Привет, рад тебя видеть в Апексологии. Ты согласился сегодня на интервью, и я надеюсь, ты будешь максимально откровенен сегодня. Привет, Сергей. Обещаю, что буду откровенен. Спасибо, что позвал. Чувствую ответственность, немножко боязно, потому что аудитория будет, я думаю, большая. Количество подписчиков у тебя в геометрической прогрессии. Ну, конечно, когда такую зовешь личность, фигуру, я надеюсь... Ой, да. Ну, ты отлично выглядишь, я тебе хочу сказать. Я тебя... Вижу теперь урывками, и сегодня я хочу сказать, мы встречаемся в офисе нашем казахском в Алматы, и я вообще масштабом офиса поражен и дизайном его. Видимо, надо сказать спасибо за то, что ты здесь все так разрулил, раскрутил, и у нас все так стало на рельсы. На рельсы. Спасибо, Сергей. Да. Старались 1.5 месяца. Тяжелые были. Да. Ну. Результат, я считаю, шикарный. Но это не только я. Это... Да, естественно, команда. В сторону команды. Наша команда. Да. И еще я хотел сказать, что я надеюсь, сегодня у нас будет эксклюзив с тобой. Почему? Потому что я честно пошел посмотреть в Гугле, в Яндексе Александр Мамаев Апекс. И, скажем так, не слишком скудный. Много я скудный материал. И вопрос тебе. В связи с чем Апекс так редко пиарится на уровне руководства, давай интервью или какие-то комментарии, можешь? Слушай, ну, во-первых, у меня нет никакой личной потребности быть хоть сколько-нибудь публичным человеком. Мне, честно говоря, не так много есть чем поделиться с профессиональной точки зрения. Я все же считаю, что... Ну, как бы в любом случае, любые наши достижения – это командная заслуга, а ни в коем случае не персональная. И поэтому я занимаюсь фактически просто внутренними процессами и выстраиванием внутренней коммуникации и расшивкой каких-то, ну, контрактных и бизнесовых вопросов с заказчиками. Ну, руководство, что такого, господи. Ну, знаешь, с чем еще вопрос возник? Ровно год назад я, будучи на Казаныше, встретился с одним известным московским архитектором, с которым ты пересекался, и Сергей Александрович Скуратов. Нет, почему, с фамилиями, да. Сказал, да, Апекс, да, ну, поскольку я учился у Скуратова, меня он как-то идентифицирует, ну, даже с Апексом теперь уже. И он полез в свою записную книжку, да, у вас тут, это прям цитата, главный был, вот сейчас я забыл как, и нашел тебя в записной книжке по каким-то там тегам, и сказал, да. Личные слушания Бадаевский. Да. Да, публичные слушания Бадаевский, Мамаев. Да. И сказал, да, вот у нас есть запись, вот Мамаев, да. И его вопрос, я, собственно, к чему веду, он звучал, а кто вообще в Апексе главный? То есть я только что услышал ответ, для нас главное люди, коллектив, это безусловно, да. Но мне всегда казалось, что в публичное поле, ну не только мне, да, вообще, нужно выводить все равно какое-то количество определенных спикеров, да, которые будут отвечать на вопросы, что есть, откуда и где, да, пошло, как говорится, и про что, как сейчас говорят, неправильно, да, Апекс? Мы разве этого не сделали? Обложку Татлина вспомнил? Нет, пожалуйста. Ну, это опять, мы вот, к этому, да. Вот те спикеры, которые, как бы, я считаю, вполне заслуженно присутствуют в медийном пространстве. Ну, что я расскажу широкой аудитории? Вот, ну, это мы сейчас с тобой поговорив, я думаю, узнаем, что ты можешь сказать. И я уверен, что очень много. Выступить на каком-то там профильном форуме, да, я могу. А быть системным представителем, как голосом Апекса, ну, я считаю, что это незаслуженно будет. Угу. Понял, я понял ответ. Все. Скажи тогда, у нас вот в течение первых 5 лет, да, я напомню зрителям, что Апекс с 2014 года существует. Ну и, допустим, до 2018-2019 года, я так для себя этот вопрос формулирую, не было вообще ощущения и понимания, что мы самозванцы. Ну, так называемого синдрома самозванца.
Слушай, я считаю, что синдром самозванца – это вообще благо, и от него не надо избавляться, потому что самые лучшие профессионалы – это невротики, которые живут, преодолевая внутренние комплексы. И синдром самозванца, он ставит перед тобой каждый день просто новый вызов и задирает планку, независимо от того, насколько хорошо ты работаешь, чувствуя этот триггер, сидящий внутри, ты начинаешь отдаваться еще больше, еще сильнее вкладываться. У меня синдром самозванца, он никуда не делся. Я по-прежнему ощущаю себя, ну, в разных ситуациях, на разных уровнях, оказываясь там, в переговорах и в решении каких-то там спорных вопросов. Я регулярно ловлю себя на мысли: мальчик Саша, а что ты здесь делаешь? Даже так, да? Даже так. Понял. Ну и внешне, естественно, тоже тебя проявления не смущают. Ну, мы сейчас сказали, что это внутреннее ощущение, да? Что если нас кто-то ощущает, мы не хотим ломать эту парадигму, да, что мы на рынке уже, ну, 9 лет скоро будем, да, и нас ощущают все равно людьми, которые немножко в стороне. Вот этого нету ощущения? Нет у меня этого ощущения. Нет, мы никогда, да? И не стремились, собственно говоря, попасть в плеяду там, архитектурного бомонда. Угу. Как бы, что там, первая среди равных, или как это сформулировать? Зачем? Ну, у нас есть свой путь, есть свое видение, своя миссия, свои задачи. Угу. Как ощущают нас на рынке, кто, коллеги по цеху, ну, нельзя забывать о том, что все равно это как высококонкурентная среда. Угу. Как ощущают нас клиенты, ну, я думаю, по структуре наших заказов и по количеству обращений понятно, что никакого отношения к нам, как стоящей особняком какой-то команде, которая, ну, не знаю, как корректнее сказать, ниже уровня, но такого нет в помине. Mm-hmm. Такое, ну, было справедливо, может быть, там, в 16-м году, 17-м, mm-hmm. но не последние 3-4 года точно. А тогда в связи с этим уточнение, для наших клиентов есть такие постройки, в котором они сразу ловят, да, Apex это вот, ну, ГЭС, Apex это Бодай, Apex там, я не знаю, Бодай не ловят. Что-то еще. Бодай не ловят, как ни странно. Mm-hmm. Ну, ГЭС, понятно. Как бы у всех на слуху, все видели, ну, действительно. Ну, именно в связке, да, мы понимаем Apex. Да, да, в связке, причем, что лестно, Ренспиано, как бы, приходится объяснять, кто это. Хм. Ну, то есть, когда говоришь, что мы там работали на ГЭС, ну, всем понятно. Говоришь, ну, и там были, как бы, авторы проекта. Такой прищур все время. Это мы сейчас про девелоперов, естественно, да. Угу. Ну, безусловно. Да. Безусловно. Ну, понятно, что профессиональное архитектурное сообщество на первое место ставит Ренспиано. Ну, это понятно, да. И щурит. А я даже себя, да, кто такие Apex? Что там Apex? Да, нет, я как раз тебя, наверное, не буду спрашивать про профессиональное, потому что ты уже ответил, да, что оно, мы не хотим и не гонимся за тем, чтобы быть частью бомонда. Да, насколько... Нельзя гнаться за тем, чтобы стать частью бомонда. Ну, насильно в бомонд невозможно влезть. Ну, это как... Вот это как раз самозванство и чванство, да, в абсолюте. Я, можно, чуть-чуть снобствую? Давай, да, конечно. У Карамзина в введении к истории государства российского есть фраза: не пытайся писать как Тацит, пиши, как будто, как писал бы Тацит, будучи тобой. Угу. Понимаешь, нельзя уподобляться кому-то и перенимать чужую ролевую модель, считая, что это тебя... Ну, ты будешь, понятно, другую, нечестен перед самим рынок. Собой, и, соответственно, это будет, конечно, за тобой тянуться, как мантия. Пытаться попасть в бомонд, это, ну, что такое? Это как, не знаю, приехать на гала-ужин в арендованном фраке, да, и рассказывать, что ты наследник миллиардного состояния. Да. Сфотографируешь в Гольфстриме до этого, да, и выложил в Инстаграм. Мы же не бизнес-коучи, которые должны имитировать что-то. Да. Но у нас есть свое видение, свой путь, своя какая-то стратегия. И, ну, как бы мы, по крайней мере, честны с самими собой. Понятно. Ну, приемлю и даже на 100% разделяю. Вопрос еще. Ты упомянул ГЭС, да, ну, про БАДА я сказал. А какие-то собственные проекты, по которым нас девелоперы ловят, они не появились еще? Где мы не были локальными архитекторами, локальным партнером звезд. Слушай, вспоминая Донстроевский проект наш в Раменках. Забыл. Событие. Событие один. Событие один.
Новочеремушкинскую узнают, Митте узнают. Ну, то есть есть, да, есть некое количество проектов, по которым знают и ассоциируют, да? Мне сложно просто сейчас там, знаешь, да, я понял, ну, нет, сложного списка. Понятно, нет, я хотел просто услышать, что есть в головах уже какая-то часть наших построенных проектов, которые, ну, Apex все сразу ловят. Слушай, ну вот ты говоришь, мы там 8 лет, но как бы все равно компании узнают по реализации. Да, конечно, да. У нас полная реализация, это еще не так много, все же там. Ну, естественно, что цикл стройки, да, он. Цикл девелоперского проекта, он. 3 года это если очень быстро бежать, ну, да. Ну, это прямо это супер фантастика. Да. Ну, так, положа руку на сердце, 5 лет. Ну, вот реально. Нормально. Ну, это от покупки участка, ты имеешь в виду, до сдачи. Ну, а так как мы начинаем там уже со старта самого проекта, ну вот прибавляй 5 лет. В нашем портфолио проектов 150, построенных сколько? 10? Ну, да. Собственных, может быть, даже. Ну, вот, там, ну, а 10 как бы на всю Москву, это не такое большое количество. Но и уже, что из этих 10, как бы люди знают и понимают, что это мы сделали, да. Ну, это хорошо. Да, это 8 лет – это нифига не много, на самом деле. Ну, для бюро… Мне кажется, это кольцо на Олимпиаде. Вот позавчера не раскрылось. Помнишь? Все подумают, что мы с тобой, да, уже сторожил. Слушай, а вот, ну, определенно, да, аксакалы. Скажи, пожалуйста, вот есть определенное, мне кажется, в мире девелопмента, ну, это мое ощущение, ты сейчас его там либо оборонишь, либо плюс-минус подтвердишь, что мы достаточно лояльны клиенту, да, мы знаем архитекторов, которые говорят, нет, эта задача нам, как вот уже в предыдущих там выпусках слышали, определение творчески неинтересно, да, и я не буду браться, дальше там, понятно, много объяснений. У нас определенная есть лояльность, ну, я, это как я вижу, да, которая иногда чересчур, да, такая, позволяющая нашим, ну, конъюнктурное, да, вот хорошее, спасибо, подсказал. И в итоге мы же всегда, как ты верно заметил, говорим про реализации, ну, то есть не просто про проекты, про пиар его, а про реализацию, которая на вот этих вот компромиссах иногда, ну, теряет то качество и те задумки, которые мы полагали. Не считаешь ли ты, вопрос-то мы в чем, что вот эта лояльность годами, которая для нас была характерна, она должна уменьшаться именно в, я сейчас, конечно, говорю не ценообразование, не в управлении, естественно, а в качестве, которое мы должны отстаивать. Мне кажется, что у нас появляются зубки. И, ну, если ты посмотришь на структуру работы с нашими перспективными проектами, количество обсуждаемых проектов, ну, сколько мы отказов пишем относительно участия. Да, да, да. Ну, это... про творчески неинтересные, да. А вот когда мы даже берем в оборот, вопрос-то был... Слушай, а в процессе... Да, ну, процесс, про процесс и результат. Мое мнение, что просто структура, даже не структура, как сказать, а принцип работы архитектора и проектной команды сейчас он, ну, немножко другой. Все равно, как ни крути, мы... Бескомпромиссных проектов, ну, их считаны единицы. Ну, чистого искусства, нет, наверное, это, вообще, это... может быть, и в России нет. Ну, наверное, да, может быть, где-то случалось в частном. Ну, совершенно верно. И, ну, как бы, а пытаться показать бескомпромиссность на, как сказать, на... Коммерческих, на, да? На понятные задачи. На понятные задачи. На понятные задачи. К чему это избыточная жесткость? В любом случае, реализация проекта – это коллегиальное движение. Заслугу девелопера это тоже нельзя взять и обнулить и сказать, что качество создаваемого здания – это исключительно заслуга архитектора и вообще не инженера. Это мой следующий вопрос, в принципе. Соответственно, да. Ну, как бы, не знаю, мое стойкое убеждение, что надо строить работу на принципах взаимного уважения и пытаться слышать друг друга и интересы. Безусловно, когда возникают запросы на радикальное упрощение, уплощение и отказ от первоначальной идеи просто в погоне за сиюминутной выгодой там, какой-то копейки, причем, ну, это реально копейки, да, да. Чаще всего, на самом деле, все эти решения принимаются на уровне руководителей среднего звена со стороны клиента. И
Здесь можно побороться, но сказать, что необходимо полностью игнорировать, потому что это авторское видение, ну, я считаю, что это просто неправильно, и это есть человеческий снобизм. Это не имеет ничего общего с архитектурной гордостью. Угу. Просто смотри, часто очень, я думаю, ты это прекрасно тоже сам знаешь, у неуспешного проекта есть один виноватый. Ну, и обычно это не это среднее звено, это да, о котором... всего, да, конечно. Всего в нашей жизни, да. И как раз это среднее звено, которое в какой-то момент отключалось. Ну, оно обычно к тому времени, как проект сдается, вообще может исчезнуть. Ну, просто там, перейдя в другую компанию, да, и остается шлейф на нас именно. И мой вопрос, с чем связан, есть определенное, ну, давай я это слово пошлое, может быть, все-таки употреблю, ДНК, да, когда есть у клиента и у архитектора, сейчас я даже не знаю, как сказать, совпадение, да, по этому ДНК, наверное, так лучше будет. И иногда мы просто видим, тебе принадлежит фраза, ну, я, может быть, сейчас чуть-чуть ее по-своему, ты поправишь меня, скажу, я вам заказ принес, делайте. По-моему, тебе. Мне принадлежит. Ну, я, может быть, это я был ее... в дурном настроении. В дурном настроении, да, хорошо. И как раз, ну, это характерная фраза, я скажу для зрителей не для последнего времени, а вот как раз... Может быть, там, года 4-3 назад. Ну, то я есть, был начинающий руководитель. Да, начинающий руководитель принес. То есть, смотри, мы понимаем прекрасно, что на самом начальном этапе, когда мы только с клиентом начинаем коммуникацию, ну, я сейчас говорю, мы команда, проект уже, да, то есть все, договоренности достигнуты, поехали. И видим, что мы на разных языках говорим. Ну, для Apex было характерно, что мы находили, как с Миклух Маклай, да, за сравнение, прошу прощения, да, язык общий. Но... В итоге, в каких-то моментах, вот мы просто видим, это несовпадение ДНК вело к тому, что где-то к середине проекта, да, все шло не туда, куда хотелось бы. Просто потому, что на уровне акционера уже, да, не среднего звена, ну, определенное было понимание. Вот я скорее про это спрашивал, что... Shit happens. У любой компании есть плохо реализованный проект, потому что не возникла химия между командами. Химия, да. Я поэтому и говорю, что как бы... Залог успеха – это нахождение общего языка, коммуникация и синергия двух компетенций. Но, безусловно, есть клиенты, с которыми мы больше не будем работать. Безусловно, есть люди, которые нас не понимают, а мы их не понимаем. От этого никуда не деться. Понятно. Мы же не служба психологической помощи, которая должна... подстроиться под любой запрос. Ну, кстати, почему бы и нет? Ну, насчет того, что... Это дополнительный сервис? Да, такой дополнительный, но его можно, да, его можно, да, озвучивать там как служба помощи или служба, да, как это, эмпатия 101 уровня, да, когда клиент видит. Слушай, а вот вопрос тогда, мы позиционировали, ты уже упомянул, на обложке журнала «Татлин» трех наших главных архитекторов, да, и как раз, может быть, вот эта история, когда есть три разных совершенно, я думаю, что многие заметили, архитектора и по бэкграунду, и по отношению к работе. Может быть, это наше тоже привилегия, поскольку на рынке не так много бюро, где три разных человека. Ну, обычно там очень похожие люди. Я считаю, что это вообще наше гениальное решение. То, что триада, да? Получилось такую триаду сформировать. Прекрасно. Это ну, то есть, симбиоз принципиально разных архитектурных стилей, разного стиля коммуникации, разного стиля погружения и разного стиля управления. Кайф. Мы всегда можем найти наиболее близкую комбинаторику, да, и ответить. Но я так понимаю, в управлении у нас тоже примерно, да, есть разделение. Абсолютно. Ты стремишься Абсолютно. К этому, чтобы у нас и три разных руководителя департаментов были с клиентами по-разному, да, оттюнен. Берем пример лучших систем издержек и противовесов. Я понял. Слушай, вот мы сидим в казахском нашем офисе, в казахстанском, простите. А ты считаешь, нам есть что сказать рынку Казахстана с нашим накопленным опытом Москвы? Безусловно, да? Есть что сказать. Надо подождать, пока клиент чуть-чуть подрастет и возникнет соответствующий запрос. Потому что выходить на неготовый рынок, здесь уже чистая экономика, это, во-первых, мы на... локальном рынке не совсем конкурентоспособны с текущей структурой себестоимости, ну, просто потому что московские зарплаты кратно превышают, тупо x2 относительно местного рынка труда.
Ну и второе, если ты посмотришь на строящиеся объекты, хороших примеров, ну их штук три. Ну, соответственно, а поскольку тут как бы такая палка о двух концах, спрос рождает предложение или предложение рождает спрос. Если рынок насыщен, и то качество, и то видение, и та типология объектов, которые здесь строятся, удовлетворяет потребностям рынка. Ну, соответственно, да. Выкатываться как пророк и визионер, ну, я считаю, не совсем оправданно. Ну, потом, Сергей, прости, да. Ни ты, ни я, ни Винни Мас, как бы, да, да. Который может зарядить речь на полтора часа, улететь в космос и заставить людей полететь с собой. Да. Пока не... Да. Надо еще какие-то курсы, ну, опять, ораторики, ну, и да. Пару кофешок. Ну, мы с тобой уже это упомянули, пиар, который был для MRDV характерен и в 90-х в конце, когда они там, да, раскрутились, и в 2000-х он не может сравниться с тем, с той тишиной в эфире, которую мы себе позволяли на протяжении многих лет. Ну, я это возвращаюсь. Ну, пусть делают. Ну, всегда были панки и всегда были симфонические оркестры. Да. Мы на грани или мы симфонические? Мы пытаемся. То есть у нас иногда оркестр, да, играет панк-сюит, я так понимаю, если Русь, надо, да. Если надо. Понял. Слушай, а ты себя считаешь успешным человеком? Рано. Нет, рано еще? Нет, слушай, считать себя успешным человеком, это значит, что поставить жирную точку, купить большой черный джип и загородный дом. Ну, как бы, что это за стереотип успешного человека? А он такой, знаешь, многогранный, для каждого свой. То есть ты сейчас ответил, в принципе, на вопрос, что нет. Рано нет, ставить нет, точку нет, или нет, там, нет, я не знаю, не считаю, тире. Я еще много планов в голове, и сил много, и желаний много. Вот когда, не знаю... Много позже можно к этому вопросу вернуться. Сейчас просто рано. Ну, просто рано. Слушай, а у Апекса есть... У меня осознанной трудовой деятельности такой, где я могу действительно полноценно что-то видоизменять в окружающей действительности 10 лет фактически. Что 10 лет – это не срок. Это ерунда. И по истечении 10 лет сказать «все». Да. Дело в шляпе. Да нет. Все. Расслабился, лег на лонгшест, да, и все. Ну, а у Апекса есть в связи с этим вопрос, это майка, желтая лидера, это успешность? Или мы тоже ни тире, ни точку не должны и не будем? Не должны и не будем. А вообще, есть? Мне вообще не, да. не или нравится. Или тебе не нравится сравнение вот эти коннотации? Мне да? не нравятся эти клейма. Да. Лидеры, Бамонт. Это все ощущение какой-то ложной сопричастности к чему-то. Что такое лидеры рынка? Ты сегодня лидер, послезавтра ты аутсайдер. Ну что, у нас таких историй в нашей отрасли не было. Ну, десятилетиями надо мериться, что кто был 10 лет назад там звездой, ну, конечно, теперь там... Конечно, да. Это все приходящее. Сейчас пошлую избитую фразу скажу, только как бы разогнавшись и бегая во весь опор, ты можешь на месте оставаться. Угу, да. Ну, поспорить с ней, ты сам понимаешь, да, и нельзя, и не надо. Слушай, а в Апексе, хорошо, если мы поняли все, точку не ставим, про успешность будем говорить, когда ты будешь на пенсии, да, там, дай бог, у бассейна лежать. Слушай, мы строим план на проводку на международный рынок. Да. Мы сейчас смотрим Middle East активно. Как бы, вот, когда мы туда выкатимся и достигнем тех показателей, которые у нас есть в Москве, я буду больше готов поговорить об успешности и статусе лидеров. А занимая, ну, как бы хорошие позиции на локальном рынке, мы все равно остаемся игроками локального рынка. У тебя в Апексе есть конкуренты, скажи? Я имею в виду среди сотрудников уже. Да, конечно, есть. Есть, да? Конечно, есть. Конечно, есть. Но я надеюсь, я не создаю ситуации, когда я выступаю мертвым пнем и не даю ребятам развиваться. Я, наоборот, стараюсь как-то по возможности абстрагироваться и научиться, наконец, хоть как-то делегировать, потому что у меня... Получается? Ну, слушай, это мне надо с самим собой сначала разобраться, потому что есть вот эта впитанная... Тревожность, да, наверное? Тревожность, да, этот гиперконтроль и постоянно это... Ладно, сейчас сам сделаю. Посмотрят и поймут, как надо.
Ну скажи, давай я просто сейчас тогда спрошу, отпускал ты вожжи на протяжении какого-то времени эти, и гиперконтроль отключал, да? Слушай, я постепенно отпускаю эти натянутые поводья. Да. Понятно. А давай тогда вернемся. Ты уже... Самое сложное с точки зрения моего личного вовлечения во все процессы был, наверное, 19-й год. Да. Потому что это было бесконечное количество вопросов на ручном режиме решения. Ну, там, я не знаю, от согласования там, пожарного алгоритма до контрактации там, на сотни миллионов. Угу. Это было тяжело, глупо, и я понимаю, что это приносит компании только вред. Ну, как бы такое активное... Ну, вред, мы все знаем, если человек, который натянул вожжи, отключается хоть на секунду, да, ну, потому что вожжей троек много. Поэтому я стараюсь как бы не полностью, знаешь, там, отвернуться сейчас, но стараюсь как-то на доверие и на решение других людей опираться все же. Вопрос. Ты про 10-летний опыт уже сказал. Я хотел бы к твоему опыту предыдущему вернуться. Да? Наверное, не все знают, что ты работал в финпроекте какое-то время. Ты сейчас, наверное, скажешь, сколько. Год-два, да. И у меня есть определенное мнение. Ты его сейчас либо подтвердишь, либо там разрушишь, что в финпроекте работала команда, ну, собственно, у Геннадия, да, Силохина, которая стала, я опять не буду клише этими, но скажу все-таки успешными. Ну, то есть вот было определенное количество человек, которые пошли потом каждой своей дорогой и заняли какие-то позиции, ну, определенные в проектном нашем бизнесе, да. Ну, я сейчас не про Vipex говорю, чтобы понимали, да, все, а в других организациях. И в связи с этим вопрос, это была какая-то кузница кадров или просто чьим стоит? Или мне кажется, вообще такого не было? Кадров, и достаточно выстроила систему, когда просто вот это тот период, который ты говоришь, уже появились ребята, шагнули. Это был как раз что-то вот перелом времен. То, о чем мы чуть-чуть раньше говорили относительно того, что компания очень успешно стала. Все, вот эти вот 10 лет прошедшие, все, они отошли, да, и как раз вот эта вот история, да. Когда просто возникла ситуация, когда, финпроект очень хорошо на рынке, да. Уважаемая компания, с очень старой школы, очень клиенты, и я, кстати, даже был главный посылка на проект. Мужик очень харизматичный, но это была такая вот стародвижимая структура. И на излете, когда уже стал позиции теряются, он начал добирать некую там молодую кровь. Но при этом гайки были настолько плотно закручены, что реализоваться амбициям молодых там было невозможно. И, собственно говоря, вот как бы эта спрессованная амбициозность, она потом и вырвалась. Ну, как пружина, да? То есть, по сути, она была зажата между этими гайками. Ну, то есть, когда я перешел в Apex, я же на позицию с гипа на гипа пришел. Это, как тебе сказать, как будто в барокамере просидел, тебя выпустили просто на улицу. И ты думаешь, боже мой, вот так вот могу, я так могу, и вот так могу. И, как бы появился стимул, да не стимул, а возможность просто развиваться. Все, о чем ты думал там, на протяжении нескольких лет. То есть все твои начинания там встречали, я правильно понимаю, какую-то, вот эта старорежимность не позволяла вообще раскрыться, да? Заболочивание. Слушай, тогда я не могу не спросить, естественно, в Апексе, спустя вот это количество времени, да, нету никаких опасений, что те люди, которые пришли, давно, да, есть, да? Безусловно. Что мы делаем для того, чтобы не было этой ряски на чистой воде? Я как бы всегда за прямой контакт. Я думаю, никто не будет спорить, что мы много общаемся напрямую со всеми. Поэтому я приветствую любую инициативу, любую амбициозность. Любой человек, который хочет развиваться, он всегда может выходить с какими-то идеями. Естественно, у меня эти опасения есть. Масштаб компании огромный. И исключить ситуацию, при котором
хорошие, талантливые ребята просто где-то потерялись, да. Ну, безусловно, нельзя, ну, потому что очень много людей, очень много людей. Там порог персонального восприятия, когда есть непосредственный живой диалог с каждым, мы прошли 500 человек назад. Да. Все, дальше просто ни один человек не в состоянии выстраивать такое количество прямых коммуникаций. Но это, может быть, и не нужно, слушай, потому что это приведет к тому, о чем ты уже сказал, когда ручник, ну, ручное управление, ну, да, ведет к разрушению моментальному связи. Но при этом нет возможности уже как бы сходу понять, о, вот это прям красавчик, и вот это вот красавица, надо присмотреться и двигать дальше. Слушай, а по поводу красавчика, есть у тебя такое, меряешь по себе коллег? Я сейчас говорю, естественно, про управление, да? Да. Но тяжело? Тяжело. Да? А что в людях больше всего прям вот, давай я скажу, раздражает? Невозможность схватывать на лету и интуитивно чувствовать верное направление. И это поддается коррекции? Нет. То есть этой серии не это... наш ДНК или... Да не, это не мой ДНК, ты же спрашиваешь. Да, я про тебя. Восприятие. Я не могу за всю компанию сказать, что это не наш ДНК. Люди разные бывают. Каждому нет, ты ответил по себе мерю, да? То есть, ну, все понятно, да. По себе, да, безусловно, мерю. Да. И... коррекции подлежит. Я, в принципе, услышал ответ. Ну, не подлежит. Коррекция это подлежит. Какой-то параллельный способ относительно моего мышления. Угу. Все, это неплохо, это нехорошо, это никак. Но как бы это меня немножко напрягает, когда вроде все сказал, сформулировал, но какие-то полутона остались непонятыми, неверно трактованными или вовсе проигнорированными. Человек начинает запрашивать более подробные разъяснения. И вот это не люблю. Вот прям не люблю. Слушай, вопрос. Это понятно, я думаю, что это для всех людей очевидно, если там не ловят тебя твои мысли сходу, это раздражает, да? Вопрос, смотри, у нас количество управленцев там кратно увеличилось, ну, потому что нам надо и горизонтальную плоскость, да, управление развивать вертикали, да, переходя. А ты вот сейчас, ты, в принципе, об этом уже сказал, я просто хочу немножко пояснить для себя. Понял, что горизонтальная система нашего управления, да, она заработала настолько, что люди, которые находятся и с тобой не общаются напрямую, находятся, я имею в виду, в этом горизонтальном нашем управлении, они живут со своим вот видением процессов и видят точку результата, да, и достигают ее своими какими-то способами, которые отличны. Есть такое, что это уже налаженная система? Или слушай, все-таки это нужно все время приходить, да, и вот, докручивать вот эти... Да. Повторюсь, в 2019 году приходилось. Приходилось, я так понял, на полную, это мы поняли, да. Сейчас нет такого. Сейчас все равно у нас, на мой взгляд, управленческая структура, она стабилизирована. И, ну, как тебе сказать... Какие-то действия я бы, безусловно, на месте там, руководящего состава проекта, да и высшего руководящего состава предпринимал бы иначе. Но это не значит, что их решения, их действия, они неправильные. Ну, надо людям дать возможность выполнить задачу так, как они ее могут выполнить. Наша задача, как руководителей компании, подстраховать людей, чтобы они не совершили драматических ошибок. Угу. Но это не значит, что надо за них ноги переставлять и письма за них писать. Вот, ну, или переписывать. Слушай, я для себя сформулировал этот вопрос, задавал героям про что для Апекса является, ну, скажем так, лозунгом каким-то. Такие слова идеологии я уже давно слово это убрал, да, из вопросов. Но я для себя сформулировал, как предлагай и продвигайся, да. Просто я хочу заострить внимание для наших зрителей, что, ну, на мой взгляд, если ты предлагаешь решение, которое включает в себя полный трек, ну, то есть не просто проблему ставишь, да, что есть она, и выходишь на руководство с этим, а предлагаешь решение этой проблемы, и оно отлично от видения руководства, ну, я сейчас про тебя, да, но при этом оно срабатывает. Вот я так понимаю, что это идеальное самое вообще. Вот к этому мы и... Это просто мечта. Если так будут все люди действовать, ну, во-первых, у нас, как у компании, не будет вообще границ. И для людей не будет никаких лимитов. Это все в голове. Самая плохая история, это когда человек говорит, ничего не работает, все плохо.
Но я знаю, как надо сделать иначе, но не скажу. Угу. Ну, потому что меня все равно не послушают. Ну да, и ходят с этим несколько месяцев, лет, там, не знаю, пока... Это же не сутевая позиция. И чаще всего вот это «я знаю, как на самом деле надо», это вот, ну, придуманное для того, чтобы подкрепить свое ощущение непризнанного гения. Ну, а это фальшь. А мы с тобой уже много лет знакомы, я тебе много раз говорил, что больше всего я в жизни не перевариваю понятие «эрзац». Угу. А вот «эрзац» позиции – это, ну, это мерзко. Ну, я тоже, ты знаешь, не перевариваю, поэтому в этом смысле... Я понимаю, что такое компромисс. Я понимаю, что такое вранье во благо. Угу. Когда эрзац позиции ставится в центр личности, вот это самое плохое, что может человеку произойти. А манипулятивные техники, давай о них поговорим, потому что мы уже так вокруг, да, подбираемся. Твои, ну, да, про тебя. Ты их использовал в управлении с... Я их знаю. Да. Я их знаю. Но я никогда не думаю, а сейчас надо вот так. Это либо происходит бессознательно, либо не происходит. Угу. Как бы у меня нет никогда, знаешь, осознанной позиции и стремления наступить кому-то на больную мозоль для того, чтобы вывести человека из равновесия. Да? Ну нет, что, вот тебе крест, вот нету. Понял. Да? Да. Честно. Честно, я понял. Слушай, а люди, которые входят к тебе в доверие, ну, я сейчас говорю про людей, опять-таки, чтобы все понимали, с которыми ты общаешься и какие-то там векторы задаешь, да, и они потом, пользуясь твоим доверием, могут, я сейчас не буду подбирать слова, наворотить много дел, да. Это как раз много дел, причем все же понимают, да, с отрицательным знаком, потому что если это положительный, мы бы об этом не говорили. Ты считаешь вот эту вот историю набить шишки, наделать косяков и при этом убедиться самому, что это не рабочая схема, это вообще для бизнеса равному нашему норм или это все-таки... Слушай, если это система... Это система, да. Вот иди набей шишки, ну давай про срок даже, можно сказать, полгода вот иди набивай, да, на проекте. Он идет... Если происходит это полгода, а потом человек превращается в абсолютно самостоятельного, автономного человека, который интуитивно начинает понимать, что есть верно и какой путь необходимо предпринять для успешного разрешения вопроса, ради бога. Но если человек годами только и делает, что спотыкается, бьется головой, я не про это, отбивает мизинец себе и орет на всю Ивановскую «помогите, спасите», я не научился ходить. Ну, ну нет, мы об этом не говорим. Просто хочу сейчас применительно к тебе, возвращаясь там на энное количество лет назад, да, уже в Апексе, когда ты на ГИПа, потом на РП, потом на исполнительного директора пришел. Для тебя характерно было вот этот вот режим, когда ты полгода, не знаю, там, или сколько я затрудняюсь, да, сейчас проанализировать, набивал эти шишки и шел вообще. Ну, для тебя это характерно анализировать прошлое. Не анализировал вот этот момент самим собой, сколько это было? Возвращаясь к синдрому самозванца, но, естественно, огромное количество решений, действий я бы сейчас сделал иначе. Сказать, что мне там характерно набивать шишки, ну, наверное, характерно, да, потому что, когда начинаешь любой новый процесс, ну, как бы ошибки, они неизбежны. Сказать, что я, там, когда только пришел, тут же весь был в этих, как называется? Сейчас говорят белый плащ. Почему-то выражение какое-то пошло такое весь белый. Или ты сейчас показал на волосы? Сказать, что я был там полностью самостоятельным, готовым специалистом, который там ворвался в управление проектами. Да нет, конечно, господи. Ну, потому что до этого опыт гибства и вообще участия в проектах, ну, мизерный был, ну, реально мизерный. А проекты, которые я начал, были сложные. Это Вандерпарк и Вавилова 4. А на третий день после того, как я трудоустроился, меня отправили на переговоры к самому главному вообще человеку девелоперского рынка в Москве, доказывать, почему объект нельзя таким образом спроектировать. И полгода были потрачены просто зря. А, то есть даже... Да, и после этого там произошла смена в составе команды со стороны заказчика. Ну, то есть ты, я так понимаю, доложил настолько точно и... Слушай, я там краснел, бледнел, мекал и криво изъяснялся, но
вроде донес. Mm-hmm. Но я к тому, что я не был готовым специалистом. И, безусловно, как бы огромное количество ошибок было сделано тогда, и впоследствии, когда мы выстраивали структуру. Потому что, опять же, вот это вот сидящее в голове тезис, там, мы не они, не надо там, уподобляться чужой парадигме, она делает невозможным применение впрямую как бы лучших практик. Их, ну, откровенно говоря, их мало. Чтобы зашоренности не было, да, когда ты идешь, и не дай бог ты собьешься с курса и просто грохнешься. Да? Самое большое количество шишек я себе набил, когда мы начали перекраивать организационную структуру в компании. Угу. Вот там было сделано ошибок дофига. То есть мы сейчас говорим о марте 2021 года, да? Ну, получается, да, когда мы перешли на департамент, ты сейчас когда говоришь, мы, на структуру. Когда мы делили инженерный отдел на, мастерские, на несколько мастерских, да, когда мы вообще вводили этот тезис как бы мастерских, мертвая была история и неправильно подобранные люди были. Ну, много чего можно было сделать иначе, чтобы и командам, и нам жилось и проще, и легче, и рост был бы принципиальный. Ну, что, не ошибается тот, кто ничего не делает. Очередная пошлая фраза. Слушай, а учителя, вот ты оказался в Апексе в роли ГИПа, который разрулил вот это все. Вообще были у тебя на том этапе или все-таки тебя пустили настолько свободное плавание, что даже не было никакого ментора? Была автономия. Автономия, да? И я так понимаю, характерно и для нынешнего нашего состояния, что человеку предоставляется автономность. Не, ну мы пытаемся все равно сделать какой-то там условный институт наставничества, иерархию и, ну, как бы для ГИПов и РП есть фигура Николая Николаевича. Сейчас будем, ну как будем, работаем, и скоро закончим эту работу по созданию вот этих экспертных советов внутри структурных подразделений, которые помогут специалистам по дисциплинам ну, обрести некую фигуру как бы с безусловным, непререкаемым техническим авторитетом. Я думаю, что это во благо. Нет, институт наставничества, он нужен, он полезен, но... Опять же, это не ментор в прямом старорежимном понимании, понимании, да, это не старший мастер, который за тебя делает твою работу, а ты стоишь рядом у станка и смотришь, как он там штихелем выпиливает какую-то деталь. Угу. Ну, это для современного бизнеса такая утопическая модель. Для меня система наставничества – это наличие суперпрофессионалов, которые чувствуют потребность делиться знаниями и... которым в любой момент люди, доверяя, могут прийти с любым вопросом техническим. Ну, вот такую систему, мы, ну, согласись, мы пытаемся сделать, и, по-моему, что-то получается. У меня есть вопрос, который, опять-таки, мое мнение и вопрос. Образ одного человека, мы сейчас говорили про наставников, а я сейчас буду говорить про тебя. Не хочется тоже уподобляться в пошлости, но для нашего менталитета характерно желание, давай я не буду говорить образ отца, а образ царя, скажу, да, для коллектива. Ты никогда не чувствовал, что твои выступления публичные в Апексе, да, ну, в нашем, они носят вот характер такого, что сейчас Александр Мамаев выступит с речью, и все, что Александр Мамаев скажет, оно, понятно, будет понято каждым по-разному, но при этом все ждут речи царя-батюшки. Ну, это же, дурь какая-то. Господи. Ну, я не знаю, как это побороть вообще в сознании. У меня нет такой потребности. Ну, ты ощущаешь, что есть такое, ощущение есть. Да, что это вот... Федеральному собранию, безусловно, как бы в голове сидит. А сейчас скажем важное, дальше будем это трактовать, что Мамаев имел в виду это, Александр Александрович имел то и так далее, да? Вот эта вот история, она для крупных бюро, там, корпораций даже, если угодно, да, поскольку у нас уже... Ну, Тим Кук выступает же. Да. Ну, это же не фигура царя. Ну, он месседжи несет, да, то есть если Тим Кук... И я пытаюсь месседжи нести. Не, ну, то есть я и спрашиваю, что вот эти... Преобразование каких-то наиболее стрессовых ситуаций. Ну, объяснение того, что происходит, да. Того, что происходит. Ну, как бы дать людям понять, что они не одни. Вот мой как бы главный и основной всегда посыл, что
сотрудники не существуют в вакууме наедине с самим собой, супротив какой-то жесткой окружающей действительности. Всегда поможем, поддержим. Вот мой главный как бы посыл всегда. Образа, чтобы мы все просто сейчас поставили точку справедливого царя Соломона, который... Нет, да, боже упаси, боже упаси. Вот не дай бог такой образ сложится. Мне вот это меньше всего надо. Да. Я такой же сотрудник. Ну, глупость какая-то, какой царь. Где я и где царь вообще? Ну вот мы сейчас ломаем как раз этот, может быть, не устоявшийся, слава богу, но имеющий место быть, да, образ. Слава богу, все на «ты» пока. Да. Ну, кстати, да, это для нашей компании характерно, что все имеют определенный возраст, да, который позволяет на «ты» обращаться. У нас упомянутый опять-таки Николай Николаевич только, наверное, еще удостаивается на «вы». Это фигура. Это фигура, да. Это наш, так сказать, талисман, да. Я иду его по его стопам, да. Слушай, я помню такую сцену, если позволишь, я вспомню. Ты как-то, выехав из офиса, какой-то был тяжелый день, наверное, переговорный, поехал в ресторан, там взял себе бутерброд с икорочкой и холодную рюмашечку. Я подумал, ну вот для меня, Александр, это все-таки Обломов. Но я понимаю, ну, в таком смысле хорошем. Хорошо, не манил. Нет, ни в коем случае, да. Человек широкой души, который, опять-таки, накинув полушубок или даже шубу, выходит на мороз и говорит там какую-то очень хорошую, добрую, да, и такую жизнеутверждающую фразу. Но при этом я понимаю, что ты должен быть и являешься им Штольцем, да, ну, если, да, антагонист. Я вот хотел спросить, я, конечно, понимаю, что вряд ли ты анализировал этот момент. Ты больше тяготеешь к тому, чтобы тебя со Штольцем сравнивали, или все-таки... Прямо честно-честно? Очень хочется. Обломовым, да? То есть этот добряк, да, который... Ну, я же добряк. Нет, конечно, да. Но при этом у тебя много-много обязанностей и... Ты явно не лежишь, не почиваешь, мы уже поняли, на лаврах, да, достигнутых вещей. Слушай, а ты тоже, наверное, в таком угоду трендам, я хотел спросить, мне просто интересно, ты мистик? Ты в какие-то знаки, в какие-то вот, знаешь, совпадения? Нет. Веришь? Просто я сейчас смотрю, люди... Вообще не веришь, да? А в твоем окружении есть люди, которые прям тебе начинают доказывать, что... Гороскопы. Ну, Таро, вот мы сейчас, да, видим, нумерология, да? То есть вообще никогда не сталкивался. Вот этот ретроградный Меркурий, я его слышал раз в два дня. Оправдание любого, да? Мне кажется, он вообще не заканчивается, в принципе. Ну, если фейлы постоянно, ты просто сидишь. Меркурия. Я не мистик вообще ни разу. Я считаю, что любое действие это есть результат либо стечения обстоятельств, просто, ну, как бы вот из хаоса выкристаллизовывается что-то, либо результат персональных решений. Все, не более. Я понял. Уповать на то, что есть внешние силы, которые меняют твою жизнь, и поэтому ты как бы просто следуешь. Ну, то есть энергия дела для тебя просто фигура речи, да? Да. Ну, энергия дела, когда, знаешь, ты... Я считаю, что это прикладывание ответственности. Ага. То есть еще одна из... Я не понял. За свою жизнь, за свои действия, за свои решения, потому что за меня это решил... Да, ну, да, или гороскоп. Да, висельник из карты Таро, да. или гороскоп в журнале «Семья». Понятно, все, ответ принимается. Ты, меняем тему, родился и вырос в Москве. Да, и я хотел просто спросить, ну, я героев своих часто спрашиваю, они не все родились в Москве, да, там, приехав, они застали одну Москву, другую. Вообще позитивные видишь изменения в том, что происходит? Я про градостроительную политику, естественно, спрашиваю, может быть, какую-то социальную, да, повестку. Или ты как москвич хочешь вернуть какие-то... Не хочу. Вообще ничего не хочешь, ничего, да? Ничего не хочу вернуть. Безусловно, есть как бы вопросы там личного комфорта. Та квартира, в которой я провел свое детство, теперь, ну, раньше была там тихим райским уголком с видом на
Серебряный Бор и на канал Москва-реки, а теперь рядом там живописный мост, от которого гул стоит и днем, и ночью, и он не проходит. Но говорить о том, что изменения московские там носят негативный какой-то окрас, ну, для меня, конечно, я убежден, что люди, ностальгирующие по некому образу абстрактной старой Москвы, они ностальгируют не по Москве, а по уходящему времени собственной жизни. Да. И не более. Понятное дело, что есть уют и очарование там, арбатских двориков. Понятное дело, что есть шарм у обшарпанных подъездов и сушащемся во дворе белье. Но это шарм, это картинка. Это не про жизнь, не про течение времени, не про Zeitgeist. Угу. Ну, это картинка просто. Есть инстаграм-картинки, а есть картинки из прошлого, такие штампованные. И это вот как раз та самая инстаграм-картинка, которая засела в мозгу. А если вспомнить то, как ты там находился на самом деле, вряд ли захочется туда возвращаться. Я помню запах тухлой свеклы в овощных магазинах с такой землей, куда заходили где-то там, копаясь на дне, пытаясь найти что-то там свежее. Я не ностальгирую. Ну, ты сам знаешь, сколько есть ностальгирующих по временам именно не Москвы, а вообще по временам, когда свекла лежала и воняла и вместе с, не знаю, выкидывающимися там не окороками, а мясом, ну, голяшками какими-то. Слушай, а я почему этот вопрос задаю, я тебе объясню. Просто у нас есть большая довольно когорта, назовем это москвоведы, любители Москвы, знающие историю Москвы, защищающие историю Москвы, да, и они появляются, поскольку все-таки мы постоянно на архитектурной арене, что-то такое, рядом где-то с объектами наследия, да, делаем. И вот я хотел бы услышать просто, ты как москвич, ну, это, может быть, звучит так странно, ну, и человек, который вырос, прожил, и вот только что ответил, что ну, мы уже ушли на сколько-то, ну, поскольку жизнь сейчас быстрее, на 50 лет относительно, 50 лет, то есть свёклы в магазине, да, вместе с соками березовыми. А люди, которые тебе говорят на публичных слушаниях, там, я не знаю, в где-то кабинетах, что вот, Александр, ну, что же вы творите, ну, вот, особнячок, ну, вот здесь жил, я не знаю, там Островский, Гоголь здесь вот с Аксаковым, да, выпивали. Ну, во-первых, я такого еще не слышал. Не слышишь, то есть... Я почти такого не слышу. Я столкнулся с реальной человеческой агрессией, когда мы защищали проект Бадаевского на публичных слушаниях. Это было мне дико неприятно и супер некомфортно. Прости, это была агрессия жителей окрестных домов, которым просто не хочется видеть... уплотнение, да? Вообще ничего. Ну, ничего. Да. Я уважаю людей, но как бы, когда много-много личностей объединяются в единый коллектив и начинают выражать агрессию, все, там личность, она куда-то испаряется. Ну, там и логика испаряется. Испаряется. Ну, повествование там агрессия. Я не могу агрессию разговаривать не с позиции логики. То есть у любого тезисы есть там либо аргумент, довод, либо его можно логически освоить. А когда тебе на логически выстроенную конструкцию говорят, все понятно, но ты все равно сволочь. Ну, как бы, ну, это что-то такое коллективное, бессознательное. Но что касается конкретно наследия, я много-много лет уже, осознанной деятельности 10 лет. Но как бы я и как москвич, и как инженер считаю, что любой объект должен жить. Не бывает красивой утраты старого объекта. Если он стоит и увядает, и это устраивает краеведов, москвоведов, и его не трогают. Да они подчас просто не обращают внимания, как он увядает, и как он... Они не знают о нем. Ну, да, если это... Я начинаю изучать историю вопроса, когда с объектом начинается работа. И, ну... Так это опять получается синдром толпы, которая кричит только когда что-то происходит. Это же не системная, получается, и идеологическая защита этого наследия, да? Не системная. Объект должен жить. Потерять объект. Это самое простое и самое бестолковое, что может произойти. Придумать для него новый смысл, начинку, включить его заново в городскую жизнь, это гораздо сложнее, это гораздо более
изощренный интеллектуальный эксперимент, когда ты придумываешь, что с этим можно сделать. И утрата, я не знаю, сандрика, какого-нибудь сухарика или там, слухового окна в подвале, если это дает возможность коммерциализировать, а только с условием коммерциализации возможна продолжительная жизнь объекта, он не может стоять и просто отапливаться. Но никто за это платить не будет. Ну, естественно, ну, если ты не музифицируешь, это за счет государства, которое может давать. Сухарик какой-то будет видоизменен, и это позволит объекту жить, я обеими руками за. Некрофильская любовь к руинам мне вот максимально не близка. Вот я не понимаю этого. А если... Второй момент. А, вот эта тема с олиповатой псевдоисторической реставрацией. Мне кажется, тут хуже ничего нельзя вообще придумать. Когда охрой намазали, значит, все акценты белые. Как кокошник подчеркнули, да? И как будто вот построили год назад. Там, 19 век, год назад построили. Ну, бред же какой-то. Ну, подумайте, ну, все же можно обыграть, все элементы, все можно эстетически выверенно сделать. Ну, это уже вопрос вкуса профессионализма. Пряники-то как бы делать с глазурью и рассказывать, это вот моя заслуга, это вот мой научный труд. Да, вклад в спасение, да. У меня только один вопрос. Из всего я согласен про некрофильское отношение, это чудовищно, если вместе с Сандриком или Сухариком приплывают еще цифры тех экономических показателей, либо рядом, либо под, либо за. Это вот, ну, давай так посмотрим с другой стороны, защитников наследия, жителей окрестных домов. Если цифры приплывают под. Нет, ну, под я имел в виду не в цоколе, да, чтобы все понимали, а где-то рядом, ну, то есть мы понимаем, да, что Москва – город-суперзвезда, а не провинциальный город, где можно, как ты сказал, одно здание спасти, ну, не превращая его в руины, но при этом, естественно, экономическая выгода от этого не очевидна. Нужно где-то еще что-то доставить и интегрировать. Вот этот вопрос нас, как архитекторов, я так понимаю, увлекает с точки зрения бизнеса, как горожан. Я хотел бы твое мнение услышать, это нас удручает. Я повторюсь, я не вижу в этом ничего страшного. Угу. Ну, то есть просто уплотнили застройку, да, и... Страшного. Город должен развиваться. Угу. Город должен развиваться. Понятно, что есть какие-то совершенно абсурдистские примеры, как, я не знаю, видел наверняка в Краснодаре, там какая-то одноэтажная изба, прям над ней надстроена. Ну, центр Краснодара – это скорее пример того, как это было в 10-х, там, 15-х годах просто практически. Да. Да, ну, на Дмитровке, да, когда... Вот это чушь. Вопрос композиционный и... То есть архитектор просто доказывает, что уместно, неуместно, да? Стекло. Ну, это же реально очень... Мы пока вот за столько лет, да, не пришли к пониманию, как можно не доводить до руинизирования, там, до стопроцентного, да, вставляя этот кусок. Ну, там, не только Чиперфилд. Или... Догмом, да? Догмом, да. Но мы будем как Санкт-Петербург. Что хорошего? Сейчас вам предлагаю слышать время последнего. Ничего. Ну, просто Санкт-Петербург изначально настолько догматизированный... ...утраты реальной организации проекта, да. Либо медленное увядание и исчезание. Да, но мы видим вот это умирание, да? Например, нормально сделал приспособление, ну, наверное, кроме... Ну, имеется в виду то, что он превращен в музей в Эрмитаж, в смысле. Я не знаю, Ну, кстати, вспоминая, да, очень корректно превращен он в людей, в лучших практиках, так сказать, лучших европейских, ну, да, американских. Я считаю, что вот такой реставрационный подход, такое отношение к наследию города, это и есть то, к чему должно стремиться профессиональное сообщество, и это то, что принимают граждане. Я, как москвич,
не вижу ничего зазорного в том, чтобы работать с наследником. Я вижу зазорное в том, чтобы позволять объектам исчезать с лица Земли. Просто потому, что они устаревают и не могут придумать новую функцию. В том числе из-за кем-то выдуманных, не прописанных, а выдуманных догмат. Ну, опять, говорить, доказывать, да, и пытаться каким-то образом друг друга понимать. Ну, с теми догматиками, да, которые там... Когда человек намертво стоит на своей позиции, не может подвинуться ни влево, ни вправо. Для меня, ну, догматик, он же фанатик. Давай просто обострю. Вот Архнадзор, это Архнадзор кто? Архнадзор не обнародован. Архнадзор – это общественное объединение, которое подсвечивает проблематику существования как бы, профессионального сообщества. Это история. Но говорить о том, что существование общественных объединений – это зло, нет, это не зло. Люди формулируют и выступают неким противовесом. В любом случае, ну, это то, что мы не нравимся. Да, 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 да. Но если этот метроном раскачивается очень и колеблется сильно, это вот... Да, то есть ты считаешь, что сдерживающее... Я считаю, что наличие вообще в принципе любых общественных организаций есть плата. Независимо от того, каким образом они ведут свою работу. Понял. Ну, это вполне европейская такая... Не может остаться горожанин, бизнес и государство. Вот эти три вещи, ну, это такая, скажем так, ригидная система. Но характерная. Ну, характерно, да, для нашего. Со своей спецификой далеко не всегда правы, но систематизация и общий посыл, чем они занимаются, ради чего они занимаются, безусловно. Понял. Существование черный и красный книг Архнадзора. Да. Ты смотрел это? Да. Это потрясающе. Нет, ну, это системный сбор информации, да? Я сейчас вот именно задавал вопрос на тему того, как они ведут диалог с, ну, с тобой, давай, поскольку мы про тебя сейчас говорим, да, на тех или иных проектах. Я тебе хочу сказать, что коллеги информацию, в отличие от людей, которые Не, ну, ты все-таки, да, ну, это историки там и искусствоведы, и, в принципе... Ну, это профессионалы, да, это не... Диалог есть, да. Диалог есть. Но, опять же, повторюсь, общественная организация, которая играет в себя... Понял, да. Просто неравнодушных, в том числе, людей, которых нет профессиональных программ, которые могут себе позволить, как простые граждане, ну, иногда и не что-то. А сейчас принято говорить, можно я скажу глупость, и говорить глупость, это прямо такая... Индульгенция, да, купить нашу, да, купить нашу, все, сразу задачи в это. Позволь тему немножко сменить, меня эта проблематика волнует, я ее задавал уже другим героям, этот вопрос. Фирменный стиль у бюро, это коммерчески привлекательная история, на мой взгляд, да, когда энное количество лет, мы с тобой сказали, цикл это 5 лет, мы делаем определенный такой, ну, даже если нас делить как триаду, делаем... Да. Понимаю, а я хочу, ну, мы же сейчас с тобой как с горожанином. Ты бизнесмен, ты управленец, да, и для тебя важно, чтобы мы каждый раз в творческие поиски, ну, и для меня важно, да, и для тебя важно. Я сейчас вопрос задаю. Как Владимир Владимирович Познер, я сам его задаю, сам отвечаю, извини. Но хочу твое мнение очень услышать. Это для меня привлекательно. Ты что считаешь? Наши клиенты постоянно ждут от нас вау, как они говорят. Да? Хочу, чтобы вы сделали проект для меня. Можно мне это? Пожалуйста. Смотри, вот есть бюро, давай я сейчас на примере иностранных, да, бюро, чтобы никак не входить, да, там, в конфликт с самим собой, которые каждый раз ищут, как Херцог и Домирон, ну, для площадки некое решение, да, у них вот так, потом может быть так. А есть Ренцепьян, да, который там вот, есть у него эта деталь, узел, да,
и он, ну, я не хочу там скатываться в определение стилистически, да, я просто сейчас, к примеру, да, есть там, не знаю, Дэвид Чепперфилд, который на протяжении многих лет оттачивает свои какие-то решения. Есть Сумтер, который тоже каждый раз подходит заново. Ну, вот четыре архитектора, два из них так работают, два так, да. И у них, да, пожалуйста, ну вот, да, хорошо, да, Тарковский развивался, да, там подходил, а есть, я не знаю, Бекмамбетов, простите, это, ну вот на этом выезжает. Нет, естественно, Империала, да, там 90 какого-то года, ну, я все, что пришло на ум, просто сразу, чтобы контрастно это было, естественно, что Тимур Бекмамбетов зарабатывает кучу денег, да, и Андрей Тарковский, наверное, ну, понятно, что они жили, точнее, в разное время, но не был человеком, который обороты эти делал, да, денежные. Мы все-таки давай так, и про обороты, и про искусство, и про все по чуть-чуть. Это мы уже с Антоном Бондаренко установили, сказать там. И хотел просто твое мнение услышать, мы вопрос затянули, да, но вот про ферстиль, да. Против, да? Против ферстиля, потому что всегда я да, как горожанин, да. Я знаю, но я тебя не как архитектора мучаю, да. Очень часто понятие ферстиля превращается в копирование самого себя. Повторить одного и того же лучше приема. Пикселизация, меандры. Ну, параметрика, я не знаю, там, да, в том или ином виде, да. Тонко высоко идешь. Да. Ну, против, потому что это ты я считаешь. Я считаю, что это как бы убивает пространство для творчества, поиска контекста, смысла. Ну, что такое ферстиль? Ну, как бы, чего ради? Я закономер, если в результате. Понимаешь, Сумтер мне 10 лет занимается. Ну, он и занимается объектами, мы с тобой знаем, как и Ренцо Пьяно, который совершил подвиг для ГЭСа, сжав время в два раза, да? Если бы занимался более, как бы, десятилетней профессиональной карьеры, окей, это можно назвать ферстилем. Но, опять же, это ферстиль, я считаю, там, конкретно архитектор. Ферстиль организации – это что-то такое очень эфемерное. Ну, есть русские примеры, ты прекрасно, знаешь, ладно, оставим этот на одного архитектора, естественно, да, да. То есть нас это тоже опять-таки отличает, то, что мы не можем завязаться на трех человек, кто тогда будет... Да и не надо, да. Нет, мы не можем, это я очевидный факт констатирую, не можем, не должны. Я считаю, что это самокопирование, это не критикуем. Я не критикую, в коем случае, важно. Да. Это исключительно как вот мое представление о том, как можно развиваться жизнь компании, я не про компанию. Если компания на протяжении десятилетий использует один и тот же прием, она представляет собой. У меня здесь чисто бизнесовый подход. Всегда. Ну, наступает час X, когда просто клиенты говорят: слушайте, ребят, мы 10 лет назад видели, да, и даже. Не может легко в 45 отшивать, да. Ну, если только Баленсиага на нее наклеить сзади, будет нормально. Да, что-то сделать, да. Да. Ну, вот, хороший пример моды, да. Ребята, да. Ну, я думаю, они выкрапкаются, конечно. Да? Массали. У меня вопрос. На протяжении нашей истории, не многолетней пока, но все же накопленной, у нас были глобальные кризисы в Апексе? Были, есть и будут. Как мы с ними справлялись, можешь сказать? Состояние кризиса – это вообще перманентное состояние. Это, опять же, туда, к началу разговора, да, про синдром самозванца. И кризисы были и внутренние, ну, всем понятные. Нет, естественно, мы сейчас про внутренние, да, внешние обсуждать смысла нет, наверное, особого, потому что они касались всех. Давай тогда, если не сложно, остановимся на тех кризисах, которые ты пережил. И мне интересно, как ты свою роль в этих кризисах оцениваешь и насколько они были глубокими, системными. Вот можешь эту проблематику описать? Системные кризисы были, когда происходили переходы через понятные, как бы, численные рубежи,
Кризис был, когда мы преодолели отметку в 150 сотрудников. Кризис был, когда мы преодолели отметку в 300, в 600 и потом в 900. Ну, вот, собственно говоря, начало 22 года. Каждый раз это необходимо адаптировать и систему коммуникации, и организационную структуру, и подбирать тех людей, которые в состоянии как бы вытащить пул работы. Не всегда выбор, я уже повторюсь, был сделан правильно, не всегда оргструктура была правильно скомпонована. Кризис был, когда мы пытались найти человека извне. Я думаю, что там был риск большой потерять достаточно значимое количество ключевых людей. Может быть, ты убобянешь на роль кого, просто чтобы зрителям, которые не в теме, да? На мою роль. На твою, да? На мою роль. Потому что произошла подмена ценностных понятий и переход от... Ну, все равно у нас есть как бы панковский элемент такой, невзирая на общую зрелость компании. И уход от личностных отношений в абсолютно запротоколированные системы. Вот. Но это, извини, к ручнику отношения не имеет. Это именно не... коммуникационные это, да, вопросы. Это исключительно коммуникационные, да, и отношение к людям не как к людям, а как к абстрактному ресурсу. Вот. Мне это... В принципе, не близко. Я такое вообще не понимаю. Я думаю, что 95% нашей тусовки тоже не понимает такой формат взаимоотношений. Но это как бы основные кризисы – это кризисы роста. Безусловно, были сложные моменты с отдельными людьми, когда ну, как бы люди считались опорой, исчезали в моменте и ну как бы показывали несколько иную сущность, нежели которую мы как бы привыкли. Ну, какой там у дантовского ада круг для предателей? Последний, по-моему. Ну, последний Люцифер, ну, предпоследний. Нет, ну, а, это, ты имеешь в виду... Замерзшее озеро. Ну, вот, там уже Люцифер. Вот там, по-моему, предатели. Ну, наверное. Я вот сейчас не готов, да, вспомнить. Ну, понятно, о чем ты говоришь, что один известный человек медийный говорит, что он все готов простить, кроме предательства. Ну, это больно, примерно, это больно, это сложно, потому что как бы прилетает удар оттуда, откуда не ждешь. Ну, поддых, да, такой. Поджопник. Поджопник. Да, какой-то унизительный. Поддых-то это спереди надо ударить. А, кстати, да. Это хоть гласен, да. Это понятно, я ожидаю, можно там мышцы пресса как бы активизировать. Да, собственно говоря, и все. Ну, а внешнее мы чего... Вполне, я считаю, достойно преодолели, быстро адаптировавшись. Да. У нас же, я считаю, что вообще наша ключевая экспертиза и заслуга, и, ну, окей, ты задал вопрос относительно меня. Там, ну, конечно, я всегда с твоей это, хочу... Это адаптивность. Точки зрения. Адаптивность. Это выживаемость. И возможность как бы не впадать в кататонию, потеряв какую-то систему координат, и все. Вот оцепенение... бессилие и неси меня река. Там, да. Ну, еще и с паникой наших сотрудников, да, там. Но мы же никогда не останавливались. То есть, понятное дело, что есть личностное восприятие. Понятное дело, что в этом году там несколько месяцев было такого состояния внутреннего леденящего холода какого-то, который не позволял спокойно реагировать на вызовы. Но, тем не менее, по бизнесу мы же всегда оперативно и, на мой взгляд, очень толково принимаем управленческие решения по реструктуризации, по изменению формата, по изменению там, типа работы. И еще там, ну, моя заслуга, то, что я себе ставлю. Я все же как бы за счет вот этой прямой коммуникации, то, что ты называешь... обращение царя, да. Но я все же пытаюсь людей системно успокаивать и давать им какую-то нормальную систему координат, хотя бы внутреннюю. Ну, внутри, да, конечно. Внутри корпоративную. И я думаю, что это тоже
позволяет нам достаточно спокойно реагировать на меняющиеся обстоятельства. У меня тогда в связи с очень хорошим словом тобой упомянуты адаптивность, ну, термин, да, целый. Это как тараканы, пожалуйста. Тараканы, да. Ну, когда включают свет, да, у нас есть много ходов и есть там предводитель, неважно, или несколько, желательно. У меня вопрос про адаптивность. Я думаю, что, ну, и уже во внешнем мире знают, Apex давно уже написал стандарты BIM-а. Ну, это явилось уже таким в свое время откровением, понятно, потом все остальные дописали. Сейчас мы пытаемся и там, успешно составлять регламенты по работе, да, внутри. Я сейчас говорю и про управленческие процессы, и про производственные в том числе. И у меня в связи с этим вопрос, да, в связи с меняющимся очень быстро вообще и внешним, и даже внутренним, да, нашим течением. Вот эти регламенты, получается, мы пишем некую базу, мы все договариваемся о том, что мы следуем этим регламентам, но через полгода наступает очередной внешний системный там, или какой-то кризис, да, и регламенты надо пересматривать. И у меня в связи с этим вопрос. Люди производственные, ну, не так гибкие, да, и не так быстро могут перестраиваться, как управленцы, потому что, ну, их различает достаточно сильно подход к работе. У них всегда есть результат, но цели они достигают по-разному. И у меня вопрос. Видишь ли ты в написании этих регламентов такое прямо зерно, которое ляжет в основу нашей корпоративной, не знаю, там, базы этики и бизнес-процессов? Важно понимать задачу регламента. Угу. Регламенты – это не протокол действий. Регламенты – это часть системы наставничества. Фактически то, что мы делаем, прописывая вот эти вот правила, это мы даем людям возможность осведомиться, а как корректно поступить в той или иной ситуации. Понятное дело, что есть, ну, как бы, есть некий там процедурал просто по выполнению каких-то рутинных функций, согласования договора там, да, и так далее, так далее. Остальные регламенты нацелены на то, чтобы дать людям возможность заглянуть в энциклопедию и поискать ответ на возникший вопрос. Это раз. Второе. Масштаб организации в любом случае предполагает наличие правил, потому что, уйдя от прямой, вот тот лимит 150 человек, когда ты можешь на договоренности существовать, невозможно не сформировать систему правил, по которым как бы люди коммуницируют и общаются. А ты, извини, то есть мы от общинно-племенного строя перешли в бронзовый век. Бронзовый век. Тогда у меня вопрос, и я это остро чувствую, что система, по которой живут люди, коммуникации, и иногда не позволяет им формально, переступив через какие-то, да, там догмы, быстрее наладить эту коммуникацию. И ответ, он у нас, ты уже вспоминал, сегодня советский магазин, у вас много, я одна, ты знаешь эту знаменитую фразу, продавщица, он вот имеет место быть, на мой взгляд, в каких-то моментах, когда тебе говорят, у меня согласно регламенту ты поставлен, ну, я сейчас не про себя, чтобы понятно было, да, а про какого-то человека, который требует к себе внимания, и ему нужно некий трек быстро совершить, да, а его отправляют, ну, примерно как, я не знаю, чтобы никого не обидеть, в МФЦ есть определенный, да, порядок действий, и если ты очень хочешь получить бумагу, там есть разные, может быть, ходы, но не всегда законные. Также и в Apex, я замечал, да, есть всегда личное отношение мое, личное отношение твое, которое позволяет ускорить процесс, немного отклоняясь от регламентов. Хочешь, называя, я знаю, мы не любим слово «ручное управление», но это вот оно и есть в чистом виде. И меня как раз в этом вопросе что беспокоит, написав такую систему, базу и регламентную эту для людей, опять-таки понятную, я не, здесь никак не сомневаюсь, структуру коммуникации, мы сами себе удлиняем какие-то процессы кратно, да, там? Удлиняем, удлиняем. Спору нет. Вообще спору нет никакого. Понятно, что это в какой-то степени усложняет всем жизнь. А жизнь убыстряется, а мы замедляемся, вот. Но тем самым мы поднимаем с тобой медианный уровень компании. Это гораздо важнее, чем существование, там, условно говоря, 10 ведущих звезд и огромной обезличенной массы, квалификации которых непонятна, и отношение к ним как
ну, повторюсь, как к некому ресурсу. Угу. Мне важно, чтобы в компании поднимался медианный уровень компетенции, чтобы вот эта средняя температура по больнице, она была не условно... Ну, не холодная, 40, 41, а, ну, или наоборот, не комнатная. Да. Да. Ну, вот не, не, как бы не экстремум, угу. не провалы. Мы достигли уже каких-то результатов, нет? Нет, нет. Мы еще движемся. Слушай, у нас система как бы правил, она существует, ну, сколько, 3 года фактически. До этого у нас... Ну, до этого, да. Это... Ну, я тебе честно скажу, вот после того, как я в 2019 году чуть не помер вообще, и у меня язвенный колит начался из-за вот количества вот этих вот вопросов, куда надо кинуться, что закрыть. Ну, я понял, что если в таком формате продолжать, ну, это не для меня ничего хорошего, не для компании ничего хорошего. И, соответственно, система вот этих вот алгоритмов принятия решения, она должна быть. Плюс с учетом масштабирования, понимаешь, когда масштабируется бюро там 100-150 человек, это осязаемый пул людей, ты понимаешь, с кем ты работаешь. А когда у нас идет масштабирование 600-950, я не знаю, какие 350 человек. Я правда, ну, я ты правда сказал, знаю. Нет, ну на 150 уже закончилось вот это вот, ну, узнавание, да, и понимание, да. Когда мы нанимаем большой коллектив, понятное дело, происходит фильтрация. Понятное дело, что кто-то остается, кто-то уходит. То есть мы смотрим, присматриваемся друг к другу. И работник к нам, и мы к работнику. И без существования регламентов осуществить и фильтрацию, и позволить человеку системно понять, что происходит и как ему надо делать вообще, в принципе, ну, невозможно. Я согласен. Без этих бумаг получается так, что мы опять формируем некие ядрышки, вот такие вот орбитки вокруг старых сотрудников, ну, да. А все остальное это, ну, как бы, ну, в озеро выкинули посередине, там, плывите как хотите. Скажи, а ты не считаешь, что вот эти ядрышки, как ты их назвал, да, ну, и люди, которые лояльны и давно в компании, они могут формировать вокруг себя как систему спутников, ну, как будучи планетой, да? Я только за, только надо тогда собственную массу увеличивать. Да. Вот в этом, ну, собственно, вот да. В этом проблема, а не у каждого так происходит. Угу. При всем, при всей любви и уважении к людям, с которым мы давно. Ну, в принципе, эта система ценностей и координат, она имеет тоже... Да, безусловно, безусловно. Определенное. Слушай, тогда вопрос, который меня тоже в связи с регламентами волнует. У нас случаются часто перегибы на местах, когда человек инициативный, мы сказали, да, и это поощряемо, да, в Апексе, в отличие от там старорежимных каких-то моделей, бизнес-моделей. Вот ты видишь просто, что эта инициатива, как опять-таки фраза расхожая есть, наказуема. И регламент призван в том числе, я так понимаю, и инициативных сотрудников все-таки в какое-то русло, да? Вектор, да. Чтобы не было совсем уж от себя, понимаешь? Ну, то есть я считаю, что у нас и управленческий инструментарий, который мы создали, и цифровой, и бумажный, он на должном международном уровне, на самом деле, прописан. И, безусловно, что-то можно менять, что-то можно улучшать. И это та, ну, как бы инициатива, которую я... искренне приветствую, когда люди выходят с комментариями, с критикой, с, ну, с критикой, с предложением желательно. Я просто не хочу, чтобы люди как бы заново велосипед изобретали. Ну, потому что это... Ну, либо это свой будет велосипед, который человек пригнал из предыдущей жизни. Ну, и он никак не... Это либо чужая... Да, либо это трехколесный велосипед, сам понимаешь, который может в любой момент опрокинуться. Ну, детский. Такой малышок. Почти не падал. Не падал? Но если виражи закладывать, можно на трехколесных просто перевернуться. Есть, сейчас я попытаюсь сформулировать еще одной пошлой фразой. Сутью существования этих регламентов является цель не допустить превращения Апекса в колосс на глиняных ногах. Вот и все. То есть это укрепление фундамента, базиса. Для того, чтобы не было у большого количества людей отсутствующей системы координат. Слушай, если переводить колосса в какую-то схему, вот скелет, да? Регламент – это все-таки скелет или это ребра? А скелет уже есть. Слушай, регламент – это регламент,
какой-то часть. Какая часть? Ну, просто я почему этот вопрос задаю, я объясню. Слушай, если у компании регламент, есть... это связочный аппарат, вот так да. скажу. Хрящи. Это хрящи, это и связки. И там, не знаю, связки, да. Да. Угу. Но это, скелет – это коллектив. И угу. это некая выкристаллизованная уже суть и химия, угу. как бы угу. такая. Человеческий. Все, мне это главное было понять, что это не скелет, это а не это скелет. Именно уже какие-то шарниры. Это вспомогательный инструмент. Угу. Это исключительно вспомогательный инструмент. Угу. Это не основа. Просто я хотел бы ну, сказать, что многие, ну, если понятно, в такой коннотации никто не сравнивал там скелет или хрящи, но многие это воспринимают как скелет. Вот чтобы мы просто поставили точку да, над «и», это не это основа будет. Для вообще какой-либо жизненной в апексе, да, для приходящего сотрудника. Слушай, много людей Конституцию да. страны читали? Ну, вот только перед поправками кто-то ознакомился, и то не все статьи, я уверен, только те, о которых шла речь, да, и там согласились. Угу. Не может бумага быть скелетом. Это вспомогательная история. Угу. Ну, это как раз возвращаясь к той истории, о которой ты рассказал, про замене тебя другим человеком. Вот это ну, могло бы превратиться в именно то, что... Ну, основной костяк регламентов, он уже был. Угу. Ну и чего? Угу. Никак. Понял, да? Никак. А давай так еще поставим вопрос. Количество производственного и непроизводственного персонала в компании подобно нашей. Вот этот процент. Ну, понятно, да, что ты изучаешь практики, в том числе и мировые, с поправками на наш профиль. Да, мировых практик, мои... соотношение да. производственников, непроизводственников, непроизводственников больше, чем у нас. В отечественной практике непроизводственников гораздо всегда меньше. Гораздо, ну, то есть мы идем меньше. По пути европейскому, ну, западному, ладно, не люблю это слово. Слушай, без, да. без перегибов. Я, то есть, угу. ну, я вижу, что у нас могут возникать некие балластные как бы, истории, которые ну, обладают своей ценностью, как бы экспертизой и так далее, так далее. Но, опять же, возвращаясь к адаптивности. Возникает балласт, мы все же стараемся uh-huh. вовремя отсекать, uh-huh. не позволяя превратиться в какую-то, знаешь, там, квазигосударственную да. компанию. Ну, опять-таки, да. и упомянутые тобой вот эти численные кризисы, да, когда, собственно, об этом мы не говорили, вот это количество, как да. как раз суть моих ошибок, понимаешь, когда, разрешая какой-то кризис в моменте, ты начинаешь множить сущности, которые в конечном итоге оказываются да. избыточными. И критическая масса этих да, да. сущностей, она просто топит. Ну, опять-таки, мы видели даже, например, российских компаний проектных, как это происходит. Ну, да, да. крупно достаточно, да. Мы сейчас не говорим про... Вовремя останавливались всегда, знаешь. Мы, да, конечно, конечно, да. Слушай, вот ты уже несколько раз в сегодняшнюю беседу про 2019 год сказал. Ну, и действительно, я все прекрасно понимаю. И те сотрудники, которые были с нами, помнят, не было никогда желания у тебя вот сказать, ребят, мне нужен, ну, это называется в стране, не знаю, там у кого-то отпуск, у кого-то все бросить и обнулиться, такое нехорошее слово. Хоть раз возникало желание? Возникало, конечно. Ну, что, я не человек, что ли? Угу. Естественно, есть как бы предел восприятия сил. Я почему спрашиваю, потому что многие, кто с тобой коммуницирует, наверное, замечали, что отпуск это такая не про тебя история, да, Сеон Бич, который да, пишет заметки. И ты все время работал. Я почему этот вопрос задаю? Вообще отдых – это для тебя что? И сколько ты отдыхаешь? И как часто ли ты это делаешь? У меня ощущение, что никогда просто. Поэтому я этот вопрос задаю. Ну ладно, господи. Я не отдыхаю? Сейчас вот побуду здесь, сколько-то решим с разрешениями на временное пребывание для сотрудников. Mm-hmm. Поеду где-нибудь, поброжу у моря, океана недельку. Но я тебя всегда… Слушай, самый лучший мой да. отпуск был… не помню, когда. На яхте где-нибудь, 20... чтобы не работала связь? Я вот это не... А не, ты, не, кстати... Яхтерные всякие вот не люблю. Что-то. А скажи, ты хоть раз, давай просто пока мы на этом остановились, насколько телефон отключал максимум? Сутки. Сутки? Сутки. Тебе было плохо? 15 лет. Без него? Да, невроз развивается. Невроз. Да, просто мы с Пашей Павловым, небезызвестным, поймались на мысли, что мы выходим из моря, а и на лонгшезе там, ну, 20-30, ну, в зависимости от сколько мы там все позволили. Угу. То есть есть такое, есть, да? Конечно. Ну, сутки, и ты потом просто наверстывал это, да?
Это нормально вообще? И следующие сутки мерзкие. Да, следующие сутки мерзкие, потому что ты разруливал все предыдущие сутки. Даже не то, что разруливал, просто количество обязательств. Да, ну понятно, оно в два раза увеличилось, потому что на двое суток ушел. Не, просто я почему этот вопрос задаю, мне казалось, что любому управленцу высшего ранга, топ-менеджеру, да, иногда нужно, ну ты сказал про яхтен отдых, что это не твое, да, ну что тебе просто не нравится сидеть в тесной каюте и эти... дергать, извините, тех, кто да, яхтным спортом занимается, снасти, дико вращая там орбитами глаз. Вот. А какой просто для тебя предел вот этих вот человеческих возможностей, когда ты должен, ну, не знаю, на месяц, это, по-моему, нормально, да, просто отключиться. Или ты считаешь, что это вот ком этот снежный тебя просто задавит через месяц? Да, ну, не так. Не вот знаю. Это вот ощущение, извини, которое, о котором ты сказал, гиперответственности, да, вот это вот, ну, патронаж постоянный. Мне и... отключение на месяц принесет больше дискомфорта, чем отдых, угу. Потому что ощущение упущенного, оно меня отравит, как бы, и то, что я там да. не сделал, не докрутил, не помог, забыл об обещании, отложил и перенес, угу. оно меня сожрет. Угу. Не могу так долго. Вот, понял. Вот не могу. Понял. Ну, то есть, по идее, то, о чем ты тоже опять-таки сказал, что результаты и итоги ты будешь подводить, когда тебе будет, ну, ты не сказал сколько, но мы так поняли, что лет там 60, ну, плюс, не знаю, ну, может быть. Доживем. Ну, доживем, да. То это как раз касается и всего остального. Ты человек, который и переключается на работу с работы, да, и я почему подвожу хобби твои. Есть они вообще? Слушай, ну, хобби. Ну, в таком Привычном. Ну, слушай, даже, может быть, спорадическом каком-то характере, я не знаю. Спорадическом. Читать люблю, музыку обожаю. Музыку просто обожаю вообще. Не могу другую музыку не слушать. Любую причем. Там, не знаю, начиная с какого-нибудь белорусского попа и заканчивая какими-нибудь странными... Шнитки, наверное. Шнитки – это уже не так странно. А. Ну, а еще? Машине поедем, поставлю. Да. Послушаем, да, хорошо. Ну, вот последнее там. Ну, как я всю жизнь пытаюсь спортом заниматься. Меня же то плюс 30, минус 30, плюс 30, минус 30. Вот. И каждый год фактически я увлекаюсь спортом. Не, ну сейчас результат я тебе вначале сказал, да. На глазах, да, я понял. Ну, то есть, я почему спросил, потому что иногда ловлю себя на мысли, что при вопросе, какой твой хобби, говорю, да работа. Ну, это отвратительный ответ в плане того, что сразу думаешь, что перед тобой сидит не человек, да, а какой-то, не знаю, функционер, там, дундук есть слово русское, да, ну, оно, наверное, не русское, но вот меня это всегда пугало. А литература, извини, художественная, да, я просто хотел, или бизнес? Нет, бизнес вообще. Вообще, нет? Терпеть не могу читать бизнес-литературу. Я вообще не перевариваю. А вот если все коучинг, это, я так понимаю, мы с тобой уже обсудили, это с картами Таро вместе идет, да? Вместе, да. Туда же, и гороскопами, да? Отправляется на Бали к бизнес-консультанту. Да. Личностного роста, вот это все. Нет, вот вообще не перевариваю, не понимаю. Считаю высосанными из пальца какими-то псевдо-психологами, псевдо... Мы вчера как раз летели в Алматы из Москвы и видели такого бизнес-коуча с Катей, который на наших глазах составлял программу в PowerPoint о том, как достигать... Стать успешным. Да, вот, ну, примерно. Формировал прямо при нас, мы даже не поленились и сделали зумчик небольшой экрана, чтобы просто почитать, ну, простите, то, о чем пишет. Я понял. Как стать успешным? Нет, это мысли, набор фраз, которые... Мысли, посылай в космос, да, мысли про деньги. Ты знаешь, я люблю дипричастные обороты закручивать. Да. Это вот, в принципе, про то же самое, только надо... Лицо немножко посложнее сделать. У тебя много друзей в понимании прямого? То есть, когда человек с тобой давно уже знаком, и вы именно не приятельствуете, а дружите? Слушай, у меня есть компания, с которой я, собственно говоря, вместе. Это мои школьные друзья. Да. Там с 12-летнего возраста. Ну, школы, да? Считай, там сколько, 25 лет скоро будет. Угу. Мы дружим, ну, 10 человек. Угу. Ну, есть еще просто старые люди, которых я считаю своими близкими. Угу. Ну, есть типичная история, когда из детства идут... Ну, благо друзья. Удержались. Угу. Слушай, а с клиентами? Вот я этот вопрос уже задавал, но в твоем интереснее даже ответа слышат случаи. С клиентами вообще можно не приятельствовать, а дружить нашими клиентами?
Ну вот я сейчас скажу, и они скажут, так ты врал все это время. Ну или приятельствовать. Приятельствовать, да? Дружительно. Когда есть все равно денежные вопросы, дружба, на мой взгляд, исчезает. Просто иногда, наверное, мы с тобой знаем примеры, помогает очень сильно решить вопросы. Ну, товарищеское, да. Уважительное, да, теплое, да. Как бы с обоюдной симпатией, да, друг, да, к другу, с общей системой координат. Отношения прекрасны. Это прекрасно, но это не дружба. Да, нет, я... Дружба, она предполагает самозабвенную помощь в ущерб, конечно, своим интересам. Конечно, да. Ну, и она совершенно предельно случается в школьные или институтские годы, потом уже сложнее, ну, да, и сложнее. Это такая-то... Типичная история. Как этот термин есть даже? Броманс. Броманс, да-да-да-да-да. Вот это, ну, вот это дружба. Конечно. Да, не, ущерб, ну, ты все сформулировал точно, да, когда в ущерб себе ты что-то делаешь. Власть портит, скажи. Смотря кого. Я знаю огромное количество людей, которые поменялись вот по щелчку пальцев, когда стали обладать властью ничтожной на самом деле. Да. И знаю огромное количество людей, которые, занимая топовые позиции, не поменялись вообще ни на йоту. Ну, все от человека зависит, от его стойкости. Власть – это искушение. Искушение. И оно, наверное, самое такое сильное искушение. И, ну, как бы слабый человек поддается. В Апексе видел примеры того, видел, как... Видел, конечно, господи, видел. И сейчас, а в ретроспективе, знаешь, глядя назад, ты думаешь, боже мой, так это же вообще, что за чушь какая-то происходила? Уровень, это же как комплекс консьержа какой-то, да, получается. Сейчас, понимаешь, как бы люди, которые стали бы страдать от, ну не страдать, а превозносить себя, находясь на позиции там, в текущем масштабе нашей организации, не вызывали бы недоумение, потому что, ну, как бы нет таких свершений, которые позволяли бы себя, знаешь, короновать. А когда это происходило 5 лет назад, это же вообще детский сад какой-то. Ну, я главный на горке. Это то же самое. Не, просто это характерно для людей, да, когда испытание, как искушение, это хорошее слово сказал, да, такое христианское искушение, и не каждый может... Это надо на Солодникова порежь смотреть. Так, ну, в принципе... У меня исчерпан пул моих вопросов. Единственное, что я последний хочу задать, он такой тоже расхожий. О чем ты мечтаешь вот прям в данный момент времени больше всего? Я вот прям применительно об Апексе. Ну, то есть это желание, которое хоть как-то коррелируется бы с бюро. Слушай, я очень хочу, чтобы мы на международку вышли. Вообще, прям это мое... Ну, то есть на Ближний Восток ты уже сказал, это, да, и дефикс. Я прям думаю, что у нас есть офигеть какой потенциал для этого. Есть все возможности. Надо сейчас, ну, как бы и занимаюсь, и Юра занимается, ну, более плотно, более системно. Сейчас мы вот здесь устаканимся в Алматы и поедем дальше. Я думаю, что у нас там реально большое будущее. Это Middle East, это Африка. Включимся. Посмотрим, что дальше. Понятное дело, что в Старую Европу мы вряд ли попадем. Старая Европа скорее нам конкуренты и на африканском, ну, вместе с китайцами, да, и на Ближневосточном. Ну, Ближневосточная в меньшей степени. Конкуренты, типологии каких-то. Такого рода организации, как наша, нет вообще в Старой Европе. Важно понимать. Ну, это американская система, это американская система. Да. Ну и китайская. Да, американская, да, и китайская, да. Ну, потому что в Китае нет самобытной архитектуры. Ну, это как говорится, one Chinese architect. Ну, там из миллиарда с лишним. Китай взял формат Берк Ингельс и притащился. Берк Ингельс. Так мы с тобой уже про это поговорили, про эрзац. Нет, это эрзац, помноженный на вот эту систему повторов, который, ну, там, хочешь просто громко ферстиль, хочешь негромко, ну, повторки, эрзац. Ты мне дал хороший шанс, когда я спросил тебя про желание, ты сказал прямо сейчас. Ну, я уже не могу не воспользоваться этим шансом и не спросить, что у тебя сейчас, прямо вот в данный момент времени за желание.
Ну, не глобальные, мы уже поняли, а сиюминутные. В баре все. Не в баре, а в баню. В баню, я понял. На ЗОЖ. Да. Александр, спасибо тебе большое. Очень приятно с тобой было побеседовать. Да. Спасибо.